Қарағанды қаласының дамуына қосқан үлесі үшін жаңа есімдер 2022 байқауы ұсынады. Алтын қалам номинациясы. Ель Шибекова Жанар, ведущая телекомпании «Новое телевидение» Жана ФМ. Окончила Академию Балашак, факультет юриспруденции, филиал Московской Федерации Школы Радио, школу телевидения в Караганде. Еще в школе мечтала стать корреспондентом, была внештатным журналистом местной поселковой газеты. Отработав в сфере юриспруденции и уже пройдя школу радио, пошла учиться в Казмедиа к наставнику, известной казахстанской телеведущей Санди Султан. Жанар всегда интересовала общественная деятельность и мысль о том, что можно сделать для людей. Решение пришло через проект нового телевидения «Общественная среда», где обсуждаются многие социальные вопросы. Тема детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, здоровое детство, веселые старты, детское творчество, развитие талантов детей – это темы многих эфиров. Самое дорогое для Жанар – получать отзывы от благодарных слушателей и телезрителей. Значит, все было сделано правильно. Мое жизненное кредо – учиться новому и быть всегда на высоте. Магай Светлана, старший преподаватель кафедры журналистики Карагандинского государственного университета имени Букетова. После окончания 10 класса поступила на филологический факультет, работала журналистом в «Вечерней газете», главным редактором журналов «Азия Транзит», деловой партнер «Юр Аудит», собственным корреспондентом информационного агентства New Times KZ, пресс-секретарем Карагандинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, собственным корреспондентом отраслевой газеты «Казахстан Теміржол Шоссе». Занимается йогой, китайской аэробикой, изучает английский, корейские языки. Светлана имеет грамоту как лучший журналист региональной прессы, освещающий деятельность судебных органов. Диплом в номинации «За оперативность, точность и ответственность в подаче судебной информации». Благодарственные письма от Управления здравоохранения Карагандинской области и Карагандинского областного суда. Светлана Магай – призер инновационного конкурса среди факультетов и иных подразделений журналистики вузов СНГ «Битва журналистов». Мое жизненное кредо – идти всегда вперед и не сдаваться. Мырзатаева Ақнұр, 5-ші арна телекомпаниясының тілшісі. 3-ші сынып оқып жүргенде алғашқы өлеңін жазған. Мектептегі іс-шараларда жүргізуші болған. Кітап оқуды жақсы көреді. 2018 жылы мектепті алтын белгіге бітіріп, Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің журналистика кафедрасына оқуға түскен. Студент кезінде университет газетіне мақалалар жазды, сюжет жасады және әртүрлі байқауларға қатысты. Ақнұр 5-ші арнаның басшылығымен Қазақ редакциясының редакторы Әсел Сәбитоваға алғысын білдіреді. Ол әртүрлі тақырыпта жаңалық шығарады. Көбінесе бұл спорт, денсаулық, өнер және білім саласына қатысты. Бірақ бәрінен де балалардан сұхбат алғанды ұнатады. Мүмкіндігі шектеулі балалар мен емдеріне қажетті қаражат жинау туралы жиі сюжет түсіреді. Ағнұр үшін байқауға қатысудағы мақсат жеңіске жету емес. Бұқаралық ақпарат құралдарының да балалар мен олардың таланттарын насихаттауға үлкен үлес қосып жатқанын халыққа жеткізу. Менің өмірлік ұстанымым әр істі махаббатпен орындау. Уйсимбекова Айша, журналист телекомпании «Пятый канал». В 2020 году окончила с красным дипломом Омскую гуманитарную академию, факультет журналистики. Стала корреспондентом телекомпании в русской и казахской редакции. С тех пор занимается любимым делом. Дети – это будущее страны. В своих репортажах Айша неоднократно освещала социальные, экономические, медицинские проблемы, связанные с детьми. В сюжете «Из детских домов» затрагивала момент сложного становления ребят при выходе во взрослую жизнь. Освещала тему социализации и прав детей с ограниченными возможностями. Наряду с этим она выпустила в свет множество репортажей о счастливом детстве, о развитии творческого потенциала детей. Когда ты занимаешься любимым делом, это вдохновляет. Как творческий человек, окончивший художественную школу, Айша пытается в каждом событии или ситуации увидеть что-то прекрасное. Мое кредо – наслаждаться каждым моментом жизни и заниматься любимым делом.